передано это дорогостоящее оборудование, так необходимое городу Славянску. Была передана городу Славянску от завода и от громады. Это теплогенератор, который рассчитан на обогрев 4000 квадратных метров. В нашем городе несколько объектов, которым необходимо такое оборудование. Я думаю, что совместно будет решен определенный вариант, оптимальный, и будет использовано по назначению это оборудование. По-моему, около 500 000 гривен стоит это оборудование. В наше время это очень дорогой подарок. Рабочими сотрудниками была взята такая инициатива в частном порядке. Это не было предложено кем-то. Изначально, маленькие предисловия, чтобы, все мы знаем, какая ситуация сложилась. Никто не стоит там, скажем, в тылу, никто не стоит остро. Все понимают такую ситуацию, и каждый старается чем-то помочь. Вот, коллективом предприятия было принято такое решение. С каждой заработной платой каждый человек, исходя из своей заработной платы, сдает фонд помощи, скажем так, военнослужащим. С этого фонда мы от предприятия покупаем уже бронежилеты, каски, обмундирование, теплые вещи, продукты питания. Вот, и отправлялась уже сюда. Это уже проходило там несколько месяцев, этих полгода. Тут пришел уже сезон, отопительный. Мы же делаем тепло. Люди сами пришли с предложением к директору. Если не против, вы поможете. Мы вложим свои руки, труд, вы, естественно, финансы. Сошлись на том. Это было сделано все не урочное время. Люди практически... данная продукция, она делается примерно где-то за 30-35 рабочих дней. Это все сделать за 10 дней. Пришли, давайте будем думать. А решение, почему именно Славянск, было отправлено. Вы знаете, мы тоже в 86 году прожили серьезную трагедию, это Чернобыльскую катастрофу. Вот. И много переселенцев оттуда, в частности, Коростеня, Народичи, Овруч, это районы вышлежащие, много переезжали сюда. Преимущество, в первую очередь, вы видите, что оно вообще не требует никакого монтажа, мобильно. То есть сегодня вы можете поставить этот вот, у вас есть объект, который необходимо подать тепло вот в этом году. Вы привезли краном, поставили, врезали две трубы, подача и обратно в систему отопления. И подключили питание, свет. Высокий процент отопления, 92%. На рынке работаем уже лет 5. Вот с транспортабельными такими это года 4. Данный котел это РС-400 БМ с экономайзером на 4000 квадратных метров отопительной площади. Огромная благодарность не только от городского совета, но и от всей
всей громады будет распаляться. Это другие машины. Это их они. Вот с квадрата. Там квадрат. С квадрата на круг. Ну и уже потом набором выбираем. Следующий. Этот бак остановится. Вот сюда.